Мне кажется, что я в прямом эфире не была года три. Но после фееричного прямого эфира позитива просто я стеснялась. Да, Леш? Ребята, из последних новостей, с которыми хочется с вами поделиться. Я беременна. Я не беременна. Покажи ногти, пишет сразу вот так вот. Покажи ногти. Ногти показала быстро. О, она вот это любит свои подписчики. Вторую руку быстро показала. Вот, вторая рука. Ребята, короче, 5 октября в Вислово. Концерт наш большой, но вы уже, к сожалению, не сможете купить на них билеты, потому что sold out. Но я не об этом. Я к тому, что мы потом идем большой тур Вислова во все города Украины, где вы сможете увидеть наше шоу и все наши новые постановки, новые танцы, новые песни, весь наш новый альбом, который мы обожаем. Поэтому приходите обязательно в вашем городе на наш концерт. Ну, кстати, можно еще и посмотреть, это, по-моему, прямая трансляция будет. Нет, у нас будет эфир на одном из центральных каналов, и мы вам пока ничего не расскажем, это секретик пока. Вот. Короче, как ваши дела? Я буду на Вислово 5 октября. Класс, будет круто. Блин, мы реально так еще никогда ни к чему не готовились, это будет здорово. Позитив с Бреусики пишут? Нет. Не, хорошо. Не. Надь, ну раз у нас sold out, это что значит? Это значит, нужно как-то это отметить. Может, татуировки добьем одинаково все? Не. Висло. Нет. Пятое. Нет, нет. А у тебя стекло. Это ты как UC хочешь? За UC повторить. В смысле? Юси набили три одинаковые татуировки Юси на руках. А, да? Да, ребята, вы, кстати, видели клип наших друзей Юси? Интересно, как вам? Да, я спродюсировал песню. Карина, я просто 3 минуты назад о тебе говорила, просто чтобы ты знала. Карина, это наша девочка, финалистка, голоса, моя любимица. Карина, чувак, привет. Чувак рисует как фильтр. Ой, ты как фильтр, как принтер. Круто. Давай что обсудим. Я не знаю. Я читаю, что мне пишут, когда клип. А кстати, мы скоро снимаем клип. Вот там свет очень красиво сделал такой клип. Посмотрим. Да нет, вот так лучше. Дарина, это просто очень красиво. Я да. Надя, где Вова? Спрашивает Бедняков. Я не скажу, где Вова. Секрет. Секрет. Я уже так хочу к вам в Киев видеться со всеми. Карина, приезжай. Мы с удовольствием с тобой встретимся. Мы по тебе скучаем. Вот. Надо вести прямой эфир, как Бибер, когда он так вот ложился. Вот так. Знаешь, вот так ставил камеру, вот так. Кстати, читал, что он пишет. Тебе привет, Дарина, от Карины. Карина, привет. Леш, а мне написали, смеешься, как лошадь. Так это ж классно. Лошади. Лошади ржут. Лошади ржут. Классная репетиция. Бедняков, лошади. Иди снимай «Орел и решка», тебе написали тут. Кто? Ну, кто-то ему Бедняков написал. Написал. И Бедняков написал. Спрашивает, где Вова? У них любовь. А. Влюблен он в Вову моего. Не знаю, не видела. У меня сегодня очень веселый прямой эфир, видишь? Ну, какое состояние? Выспались? Да, кстати, сильно выспалась.
Ты смотришь Витаса на Tomorrowland? Да, очень круто. Это для Клипа. Ребят, ну кроме Вислова нечего мне вам сказать. Все в этом большом концерте. Бедюков пишет. Очень классный прямой эфир. Пойду лучше в магазин. Обязательно. Бедюков, магазин. Хоть куда-то из дома выйди. Хоть куда-то сходи уже. Кстати, мы что-то должны были вместе там делать. И ты пропал, что-то не ответил мне ничего. Он в магазине просто все время. Тильки еще дивилась ваши выступы на танцах с зерками. Класс. Скільки тобі років? Мені 29 років. Ого! Зайти, что ли, показать вам кусочек репетиции. Да, пойдем покажем. Сейчас, ребятки. Сейчас пойдем покажем вам репетицию. Чуть-чуть. К Маруф я прекрасно отношусь, она мне очень-очень нравится. Вот репетиция. А ты в прямом эфире, если что. Русланчик. В прямом эфире. Она нас на каблуках пробует. Интересно. Наша шикарная Руслана. Юрка. Надя, возьмёшь дуэт? Да. Что произошло? Пока тебя не было, что-то произошло. Да. Сказали, поменять номер, меняем. Изюминка нашего номера. Да, вы поняли. Что? Руслана Дорофеева. Руслана Дорофеева. Неплохо. Что вы говорили? Рус, в какой момент мы с Юлькой расходимся? Да, в какой момент? Мы делаем на слова? Или на пу. Он же ничего не понял. Он в капюшон написал. Скажи, сейчас. Смотри, мы вот делали пум. Да. Чтобы понимали. А здесь расходимся, она тоже пум, и слово идет. Или на слово. Какая там фраза идет? В общем, вот так вот. Ребята, всем спасибо, кто смотрел. Сегодня скучненький прямой эфир, уже силы жить. Ждем вас на Винстаграм. Всех.